очень нравится. Я вкладываю в эти рисунки всю душу. Можно сказать, для меня это способ общения с командой, потому что что-то сделать своими руками – это для меня самый оптимальный способ выражения своей фанатской любви к ним. Ну, согласись, приятно было, когда мы в прошлом году подарили парня. Да. Сейчас почему выбрала именно этих игроков? Они очень техничные хоккеисты, зарабатывают много очков за сезон, за матч. Они всегда в игре, их видно на площадке, они прям видны-видны. И также они симпатичные. Конечно, приятно, я был ошарашен, что вот так постаралась Варя, сделала тарелку. Безусловно, приятно. Я хочу поблагодарить Варю в первую очередь. Спасибо большое, очень приятно получать подарки. У меня есть свой уголок, ну, по детству медали, кубки, конечно, майки с команд юношеских, детских, и все это будет в уголке, и я думаю, тарелка Варя станет хорошим украшением для моего уголка, и спасибо еще раз ей большое. Очень приятно также получать подарки от болельщиков. Здорово, что у нас такие болельщики. Я хочу сказать большое спасибо команде за этот сезон, за вашу самоотдачу. Вы играли очень хорошо, боролись, да, но чего-то не получилось. Но всякое бывает же. Спасибо команде за сезон, за эмоции и за победы. Варя, мы тоже приготовили подарок для тебя. Спасибо, что ходил на наши матчи, поддерживал нас. Ждем тебя в новом сезоне. Получилось снова удивить ребят? Я считаю, что получилось. Видно было, что парням очень понравилось. Особенно Саше Пелевину. Вот. Ну, я считаю, что получилось.